Дети – наше будущее, подростки с малых лет стремящиеся к своим целям – светлое будущее Родины. Именно с этой целью в детском центре «Сейтек» в Бишкеке прошло мероприятие, собравшее талантливую молодежь из всех слоев общества. В Кыргызстане на сегодняшний день в единстве и согласии проживает более 80 представителей с разных национальностей. Среди них есть и дунганы. Инициатором проведения этого конкурса была именно дунганская диаспора Ассамблеи народов Кыргызстана. Объехав весь Алатау, проводили конкурсы среди юных талантов, и сегодня лучшие из лучших получили путевку в финал. Наша ассоциация как бы решила провести такой конкурс. Мы дали рекламу о том, что мы хотим провести юные таланты. Поступило очень много заявлений о том, что участников, которые хотят поучаствовать. Поэтому мы как бы сделали отбор. Это первое место, второе место, третье место. Ездили по районам, по регионам. Как бы свыше 500 участников было, и мы сегодня в финал отобрали всего 145 детей, которые будут сегодня участвовать в финале. Согласно требованиям конкурса, дети получили возможность показать свои многогранные таланты членам жюри. Это песни, танцы, подделки, прозы, актерское мастерство и, конечно же, исконно кыргызские народные мелодии кумуза. Особое место занял бесценное наследие народа – эпос «Манас». Всех деток я люблю. Я сама многодетная мать, у меня 4 мальчика. И хочется всех обнять, всех поцеловать. В этот день всем хочется подарить подарки. И самое главное, чтобы от того, какое будущее будет у этих детей, зависит от нас, взрослых. Как мы их воспитаем, как мы их поставим на ноги, как мы сможем раскрыть их таланты. Вот цель сегодняшнего нашего конкурса – помочь таким деткам. Мы ездили по регионам, выявляли такие таланты. Я надеюсь, что мы смогли выявить самых талантливых. Сегодня они покажут себя. И мы, знаете, для каждого ребенка, никого мы не хотим обделить, для каждого ребенка мы сегодня подготовили подарки, призы. И я очень надеюсь, что никто не уйдет отсюда обиженным. Детишки приехали со всех регионов. Мы охватили, начиная с Иссык-Куля, кончая вот московским районом, село Беловодское. У нас участвует, допустим, примерно 12 сел, если не больше. Было заметно, как юные таланты, участвовавшие в конкурсе «Будущее народа», с мастерством выступили на сцене и подняли настроение посетителям. В конце конкурса были определены победители, им были вручены ценные подарки и призы. Вместе номер 31. По словам организаторов, данное мероприятие и в дальнейшем будет проводиться. Ведь для будущих детей, особенно в сельской местности, такие концерты станут отличным стимулом для развития их способностей. Нурай Нурадинова, Мурат Жолукеев, Кумиш Коттубеков, СТВ.